Всем доброго, космонавты, господа, с вами снова Римас. Мы продолжаем прохождение игры под названием Kerbal Space Program. Ну что ж, ваш многоуважаемый инженер Римас продолжает, как говорится, свое дело. Кстати, я поставил наконец русификатор последней версии. Просто погуглил и сразу же нашел его. Поэтому спасибо большое разработчикам этого русификатора. Теперь у нас более-менее, знаете, на русском языке я теперь знаю, что как почем. Единственная проблема в том, что я не уверен. Да-да, сохранить, сохранить. Я хочу посмотреть задание. Хочу посмотреть другие отсеки. Например, вот это вот дело, что у нас тут? Здесь у нас идет все на английском. У нас только русификатор встал только на эти детали, да? Понятно, хорошо. Так, ладно, убираем вот это дело. Убираем. Короче говоря, надо английский учить и все, и не париться. Надо учить. Также ребята говорили, вот ты, Римас, летишь, ставишь вот эти вот, вот это вот дело. Это называется, как называется модуль-то? Ну-ка, давайте посмотрим. Автономная лаборатория. SC-9001, да? То есть, что она дает? Автономная лаборатория для проведения комплекса различных экспериментов. Хорошо, а это что такое? Антенна. Так, простая складная антенна с низкой скоростью передачи данных и низким электропотреблением. Разворачивается туда-сюда-обратно, когда передача завершена. Ну давайте антенну еще воткнем, я не знаю. Я ее втыкал, помню, в прошлой серии еще, но я так и не понял, для чего она нужна. Стоп. Давайте назад. Вот сюда. Стоп. Вот это вот сделаем. Все, ровно, да, вроде поставили антенну? Ну, почти ровно. Кривоватая, правда, чуть вправо ушла. Ну да ладно. Так, ладненько. Сейчас, ребята, мы с вами полетим. Сейчас такие вещи, Вася, будем делать. Просто жесть, вы просто обалдеете все. Вот такой вот двигатель поставим. Это у нас ЖРД называется двигатель. Жидкий ракетный двигатель, да, с управлением. Ну, это получается маневровый двигатель, если я правильно понял. Потом этот двигатель закрываем. Не здесь. Вот здесь вот. Ну хоть что-то, хоть понятное дело, да, что это за детали. Мы будем просто по орбите летать. Мне говорили многие ребята, чтобы я еще из... вот смотрите, это, по всей видимости, новые детали, они еще не переведены. Мне ребята говорили, что вот тебе не нужно сейчас пока что выходить в открытый космос, ты должен сначала исследовать свою планету. Не знаю, это троллинг был, это ли не троллинг, понять не имею. Что у нас тут получается? Давайте вот этот вот большой движок, Вася, просто сделаем. Потом вот сюда. Ну-ка, давайте поменьше сделаем вот так вот. Потом обратно идем вот сюда. Потом обратно идем вот сюда. Ну что, я думаю, хватит, не хватит? Я думаю, два движка хватит, да? Думаю, надеюсь, хватит. Так, теперь, чтобы это все дело не крутилось, не вертелось, как у гориллы, мы поставим с вами вот такие вот маленькие крылья. Многие меня поправили. Вот ты, Римас, неправильно делаешь, ты должен крылья поставить вот сюда, вот так же. Кстати, что у нас по поводу задания-то? А где у нас задания появляются-то? Нам надо задание сначала получить. Ну что, у нас ракета почти готова. Подождите, я воткнул антенну, я забыл воткнуть... как его? Парашют готов. И антенну сверху втыкаем. Как можно сделать так, чтобы антенна прям ровно встала? Прям ровно. Антенна передачи. Вот как-то так. Ну что, сохраняем? Сохранили. Пока что выйдем. Нам надо посмотреть задание. Так, это у нас ангар. В этом ангаре, я так понимаю, можем делать самолеты всякие там. Либо там какие-то баги, шмаги. Так, здесь у нас астронавты. Все на английском. Понятно. Станция. Так, это походу наш коллектив веселый. Так, это у нас исследование. У нас 7,4 поинтов, да? Блин, смотрите, ребят, какие тут жесткие исследования. Просто бери, не хочу. Кстати, у нас говорят, скоро деньги закончатся. А где эти деньги появляются-то? Показываются вот здесь вот, что ли? Это наши деньги, да? Судя по всему, это наши деньги. Ребят, 172 609. Ладно. Так, это не то. Сейчас я быстренько найду кое-что. Вот они задания, ребята. Вот они задания. Ну давайте первое задание посмотрим. Что это за задание? Choose a flag.
А, подожди, это... А, выбрать флаг. Подожди, стоп, это не задание, это нам выбрать флаг надо. Давайте, типа, мы исследователи, да? Вот так вот, так вот, так вот тема. А, вот это нормально. Этот, обезьяна такая, знаете, с этим... Типа, ну, череп такой. Ну, понятное дело, что это получается инженер Римаса, да? Так, дальше идем. А вот он. Вау, вау. Актив. Доступные миссии. Смотрите. То есть за эту миссию нам дадут вот эти вот деньги. Угу. Правда, вот пойми, что тут написано. We need to test our renew. Чего? Туда-сюда, обратно. Всем приятно. Надо с этими... А может кто миссию перевести-то, а? Ребят, переведите мне эту миссию. Переводчик мне сделайте большой такой, да? Ладно, давайте примем. Я не знаю, что это за миссия такая. Мы принимаем, короче, миссию. Правда, я не знаю, что это за миссия. Подождите. Я же сохранил. Ладно, давайте еще раз создадим. В принципе, расплюнуть. Сейчас мы быстро поставим. Я просто, кажется, сделал это дело. Нет. Оп. Парашют. Сюда втыкаем. Антенну можем... Антенну потом разберемся с антенной. Так, отстыковочный узел здесь получается. Подождите, мы же не будем же это дело отстыковывать. Это убираем. Вот так вот у нас будет ракета выглядеть. Просто жесть. Так. Теперь маневровый двигатель втыкаем. Стыковочку делаем вот так. Вот это дело закрывается. Потом еще большой движок ставим сюда. Хорош. Хорош. Во. Настоящая жесткая, грамотная ракета, друзья. Учитесь, пока я жив. Сейчас сделаем, сучики, покиша будет. Так, антенну обязательно воткнуть, чтобы этот сетилайт смотреть. Ну, там новости туда-сюда. Да, хорошо. Прекрасно. Прекрасно, прекрасно. Чтобы все это дело работало стабильно, ставим вот такую шнягу. Надеюсь, у нас никто здесь не полетит, не взлетит, да? Так, ну что ж, получается. Первый этап, получается, вот это работает, потом идет отстыковка, потом вот это, потом идет отстыковка. Вот это. Отстыковка и парашют. Погнали. Надеюсь, все сработает. А, миссия, журнал. Где у нас там журнал-то миссии? Это не журнал. Так, это наши бабки. Скоро, да, скоро у нас деньги закончатся. Но ничего страшного. Ладно, давайте включим стабилизатор. Слушайте, нормальная ракета получилась, да? Грамотно прям. Ну что ж, погнали. Это что, у нас девочка, да? Девочка, мне очень жаль. Так, 7,4. Что ж, ребят, до космоса прям сильно лететь не будем. Нам самое главное сейчас исследовать все это дело. Блин, перевод детали, походу, я скачал. Нам надо было... Ой, какой ротик прям открыло. Так, топляк заканчивается. Мне тоже сказали, чтобы быстро я отстыковал это дело. Все, отстыковываем. Летим дальше. Вот так вот. Давай. Ты сможешь, ты должен это сделать. По всей видимости, мало двигателей у нас получилось, да? Что у нас там, 7,4. Так. Блин, какая красота, ребята, вы посмотрите. Слушайте, по некоторым слухам, что разработчики собираются сделать теперь совсем другой движок. И, по всей видимости, там намного красивее будет выглядеть графика. Хорошо, мы уже вышли почти в открытый космос. Нам надо вот так вот уменьшить тягу. Что такое? Почему он не работает? Почему он не работает-то? Ёптать, у нас топливо... Ой, мы же топливо забыли туда воткнуть. Ёптать, тыш, пыш. Там, слышали, да, так пукнуло? Пш. Понятно, я забыл топляк туда воткнуть. А, тот самый топляк, который я втыкал неправильным образом для стартовых этих движков, да? А, ну что ж, нам надо теперь возвращать своего бойца.
Я просто хотел, чтобы маневрировать, то есть, ну, полететь туда-сюда, обратно, всем приятно. Короче говоря, не получилось это сделать. А это довольный. Так, ладно. Дверь открывать, говорят, ничего не надо, просто правой кнопкой и... Я... Тихо! Подождите, у нас открылись двери. Почему у нас открылись двери? Почему у нас открылись двери? Я же не хотел дверь открывать. Говорят, что правой кнопкой... Так, ну-ка. Правой кнопкой... А, вот, ревью дата. Во. Так, мы смотрим. Короче, что-то, говорит, произошло непонятно чего. Душу твою мотал. А что произошло-то? Слушайте, я запустил ракету в космос и не знаю, что произошло. Сейчас посмотрим. Сейчас будет чики-паки. А это что такое? А, трансмиттер какой-то, да? А, этот, короче, мы что-то здесь будем изучать, да? Ресторинг. Не надо ресторинг ничего делать. Так, здесь у нас тоже синяя, да? Говорят, на синюю кнопку не нажимай. Нажимай только на зеленые кнопки. Судя по последнему комментарию. Смотрите, вот здесь Римас, детали во вкладке «Наука» должны использоваться правой кнопкой, по ним и делаешь действие. Не открывание двери, конечно. Также подождите, правой кнопкой по ним и делаешь действие. Действие чего? Действие — это у нас экшен, да? Экшен. Не, у нас просто открыть. Открыть. Keep. Вот это, наверное, да? 7.4. Ну давайте. Хоп. Автономная лаборатория. А, дата происходит 30.77%. Чего там? Чего? Музыка такая классная. Короче, мы изучаем космос. Я не знаю как, но мы его изучаем. Ай, ты зачем ты открыл? Так, 25. А, хорошо, дальше читаю. Угу. Открывание дверей, конечно, не надо. Также, нажимая правой кнопкой по кабине, у тебя будет действие Crew Report. На большой высоте оно также даст много науки. Так, это наша кабина или это наша кабина? Так, нет, не это. Crew Report. Вот, мы получаем... А, ну да, вот я открыл, и что делать? И что дальше? А что такое? Хорошо. Ой, мы уже падаем потихонечку. Crew Report. Где там Crew Report? Сейчас. Ну, мы сделали Crew Report по кабине. Трансфер Crew, наверное, да, еще надо сделать? Трансфер. Валентина Керман. О, Валентина, трансфер делаем ей. Select. А, подождите, мы ее должны переместить сюда, наверное, да? Наверное. Так, мы уже падаем. Так, хорошо, мы уже падаем, походу. Антенна. Так, а по антенне что надо делать-то? Короче, я так и не понял, но мы падаем. Да тихо, не виляй, я не могу по антенне попасть. Тихо. Антенна, ёптать, не попадайте. Так, а, походу закрывать нам надо, да? Короче, закрываем. Закрываем! Почему я закрыть не могу? Да закрой ты, ёптать, я хочу закрыть дверь. Валентина, походу тебе пипец пришел. Посидимся так. Ты была очень хорошей. А, туда-сюда обратно. Подождите, сейчас. Так, у нас сколько там? 7 километров, 6 километров. Валентина. Держись. Держись, друг. Так, нам надо тогда переделать это дело. У нас не получилось. Я ничего ни хера не понял. Так, ладно, еще раз. Походу бомбят, походу, чат, да? Орут просто в голос. Так, нам надо, кстати, топливный бак еще сделать. Вот смотрите, вот так вот. Хопа. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Оп. Не-не-не-не-не-не-не-не. Стоп. Оп. И топляк сюда ставим. Топляк. Так, топливный бак. FLT100. Угу. Это у нас топливный бак, содержащий 0... А, почти полтонна жидкого топлива и... А, ну, понятно, окислителя. Раз. На матрас. Двас на матрас. Трис на матрас. Четырис на матрас. Вот как-то так.
Надеюсь, все сработает. Ну, раз уж мы добавили очень много топляка, нам надо еще побольше сделать вот этого дела. Вот так вот. Хоп. Так, и отстыковочка у нас будет здесь происходить. Хоть ракета у нас такая большая получилась, да? И балдит просто. Жестяк. Так, ладно. Идет это, идет отстыковка. Потом идет вот это. Потом идет отстыковка. Добавляем суды. Потом идет вот это. Потом идет... подождите. Это. Отстыковка. Это. Отстыковка. Вот это. И отстыковка. И мы приземляемся благополучно. Кстати, давайте вот эти вот шняги тоже воткнем сюда. Две штуки. Вот так вот. Сейчас мы, ребята, с вами будем исследовать просто все и вся. Так, включаем стабилизаторы. Погнали. Ю-ху! Вот это красота. Сейчас мы с вами такие просто, Вася, будем дела делать. Обалдеть просто. Вы просто будете в шоке. Наша задача сейчас немного поисследовать, потом вернуться обратно. Правда, нам надо врубиться как... Валентина, ты жива там? Нормально? Довольная такая, смотрите. Прям как в первой брачной ночи, ёптать. Так. Отстыковывай. Взлетай. Так, парашют у нас работает, все нормально. А почему у нас тогда парашют не сработал? По всей видимости, этот. Я его уже использовал где-то там в космосе. Давай, 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 давай. Что-то ракета у нас нестабильно себя ведет. Да нет, нормально, вроде бы все нормально. Так. Так. Топи, 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 дружок. Вот это красота. Фьюл, смотрите, уже заканчивается, да? Давай, 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 давай. О, там уже вовсю бомбит. Походу у меня деньги заканчиваются, да, наверное? Скоро денежки закончатся, ребята. 171 тысяч. Это деньги, да, я так понимаю? Да, это вроде бы деньги. Так, топливо заканчивается уже. Ну что? Аккуратненько, потихонечку. Да, да, все правильно. Я понял. Можно теперь, знаете, орбиту такую брать потихонечку. Можно увеличивать. Можно больше делать. Ниже. Ниже, ниже. Вот, вот, вот. Вот это другое дело. Вот это я понимаю. Вот они, что для чего нужны были эти топливные гребаные баки. Вы посмотрите, ребята, какая красота. А где музыка? А, мы еще не в космосе. Давай в космос, давай, 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 давай. Правда, топливо очень быстро заканчивается. Ну, очень быстро. Спокойно. Жидкое топливо. Так, все. Выключаем пока что. У нас почти меньше, чем половина бака осталось. Ну-ка. Вот так вот аккуратненько, потихонечку. Слушайте, ну это просто класс. Валентина! Такая улыбочка, смотрите у нее. Твою ж душу мотал. Так, ладно. Все, мы в космосе. Теперь берем орбиту. А где музыка? Я хочу музыку. Так, ну что ж, берем орбиту. А вот и музыка пошла. Что у нас там, какая орбита получается? Мы вроде бы можем как-то просчитывать свою орбиту. Активировать навигатор? А что за навигатор такие непонятные? Ладно, теперь. Судя по тому, как мне этот Crew Report. Включаем. Что у нас там получается? Ну вот мы его включили, да? А что-то... Короче, в открытом космосе очень много. The sky seems to be mostly below us. Ну да, небо теперь под нами. Понятно. Вроде бы. И что теперь? Отправить дату? Да, 100%. Отправляем. Мы отправляем. 33-66%. Мы отправили... вот она, Михалыч. 12 теперь мы получили, да? Прекрасно. Теперь. Правая кнопка по этому делу. Не надо открывать. Мне сказать, что не надо открывать. Нам надо просто полетать вокруг этого дела. Кстати, топливо скоро закончится. Закроем. 35%. Закрываем двери.
Так, и а вот это вот что делать? А мы можем даже вот это вот открыть, да, смотрите. Музыка просто невероятна. Вроде бы, горем пополам, друзья мои, вроде бы я понял, в чем фишка. То есть мы, блин, обожаю эту игру. Просто мы летим, ребята, мы летим. Так, ну что ж, давай, поднимай дату, там, что там, ну, этот. Так, мы падаем. Мы падаем. А что ты падаешь-то? Я... Топи вверх, ёптать! Куда ты падаешь? Все, разогнались. А, все, у нас топливо закончилось, ребят. У нас топливо закончилось. Тень. Ну что, давайте отстукуем это дело. Я надеюсь, мы потом с вами куда-нибудь упадем. И благополучно приземлимся. Так, Crew Report. Спасибо, ребята, за ваши, кстати, этот, советы. А вот это вот, походу, review дата. 35% нам надо, по всей видимости, дождаться до 100%, чтобы... Ну да, давай, делай, продолжай эксперименты свои. По всей видимости, я рано этим занялся. Занялся, вернее. Так, дата, review дата, у нас 30% здесь. Мы можем, в принципе... попытаться передать вот эти вот 30-процентную, да, информацию, которую мы с вами получили, но я так и не понял. Но итого у нас получается 12,4. А по антенне есть... А антенна зачем она нужна? По всей видимости, антенна для того, чтобы передать необходимые информации. Ну что, интересно, мы упадем в океан или куда-нибудь в другом материке? Это будет прикольно, если мы еще и разобьемся. Обалдеть просто. Так. Трансфер крю. Не-не-не-не-не, это не трогаем. А миссия там какая? Реннейм. Угу. Ну что, попробуем передать. Короче, не получилось передать, по всей видимости, потому что у нас не хватает информации. Ой, сейчас будет жопа. Ой, извиняюсь за мой французский. Сейчас будет жопа. Ну что ж, ладно, изучай. Ладно, поехали. Сейчас, походу, помрем. Так, мы вроде бы все закрыли, да? Закрываем. Так, ну что, теперь осталось спасти нашего космонавта. Это очень сложно. Очень сложная нам она. Ух ты, ёптать! А почему так случилось? Валентина? Валентина? А почему так случилось-то? Вы же нормально приземлялись до этого. Ну-ка, хотя, по крайней мере, здесь мы не взорвались. Твою же душу мотал. Валентина? Нормально, ребят, прорвемся. Мы еще до Плутона с вами долетим. Когда-нибудь в следующих сериях. Ну что ж, дорогие друзья, это была очередная серия игры под названием Kerbal Space Program. У микрофона был лучший инженер Вася, ракетостроитель Римас. До скорой встречи. Всем удачи. Сильно не бомбите, пожалуйста.